Добрый день. Меня зовут Ради Веснин. Я бизнес-аналитик и в компании Otus. Я буду вести курс «Аналитик бизнес-процессов». В IT-технологиях я уже больше 20 лет, из них больше 15 лет я бизнес-аналитик. При этом я занимался и реинжинирингом, и анализом бизнес-процессов, и управлением проектами, и стратегическим консультированием, и даже были проекты в области установления KPI и мотивации персонала. За это время мне удалось поучаствовать в проектах в таких различных сферах предметной деятельности, как ритейл, логистика, финансовая сфера, недвижимость, электронная коммерция, туризм и сейчас уже даже не вспомнить, куча многих других. Я был и консультантом, находясь снаружи компании, был бизнес-аналитиком внутри компании, так что был по обе стороны баррикад и знаю, как устроена жизнь и в консалтинговых компаниях, и как устроена жизнь у аналитиков, когда они работают внутри компании. Последние несколько лет я также являюсь участником Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами ABPMP, российское отделение, и ярым сторонником и апологетом методологии и нотации BPMN 2.0. Собственно, на моем курсе вы познакомитесь с методологией и нотацией BPMN 2.0, но перед этим мы разберем с вами, кто такой бизнес-аналитик, что такое бизнес-процесс, почему его нужно описывать, как его нужно описывать, когда вам это удастся, а когда может и не получиться, причем по совершенно объективным, независящим от вас причинам. На курсе вы получите практические навыки по анализу и описанию бизнес-процессов, причем в первую очередь с целью качественного проектирования IT-системы. Проектирование с верхнего уровня, с применением работающих инструментов бизнес-анализа. Для достижения этого мы изучим целый набор инструментов, представляющих полную систему проектирования IT-приложений. Это методология и нотация BPMN 2.0, структурированное текстовое описание. Коснемся диаграмм состояний, может быть, ER-диаграмм, юзкейсов, все, что вам может понадобиться для того, чтобы спроектировать IT-систему на верхнем уровне с точки зрения применения бизнес-процессов. Наш курс будет состоять из 4 модулей. В первом модуле мы получим общее представление о бизнес-процессах, о анализе бизнес-процессов и о месте бизнес-аналитика в компании. Во втором модуле мы изучим нотацию BPMN 2.0 с формальной точки зрения. В третьем модуле мы уже при помощи этой нотации будем разбирать учебные шаблоны, учебные примеры и шаблоны применения этой самой нотации, потому что далеко не все значки этой нотации могут вам понадобиться в каждом конкретном случае. Не все они часто применяются, и не все они имеют очевидное назначение. И в четвертом модуле мы с вами разберем уже ваши конкретные примеры, ваши конкретные задачи. И для тех, кто будет настойчив, тот в результате получит полное описание бизнес-процессов его текущей компании, его текущего места работы, и сможет получить ответы на все интересующие его вопросы, естественно, с точки зрения бизнес-аналитика. Ну и вишенкой на торте, конечно же, вы получите пакет документации с методологией BPMN 2.0 и другими учебными материалами курса.